для меня было ценно то, что обычно, когда если ставлю какие-то цели, я себя так очень сильно толкаю к выполнению этих целей, отношусь к себе достаточно строго. Вот. И как такая-то, ну, надо. И вот при достижении целей я забываю о том, что нужно как-то исходить из каких-то своих внутренних возможностей. Вот. А когда мы сделали расклад, вот даже последняя эта карта, она мне как раз вот на это указала, что ты вот этим своим надо, ты в себе какие-то эти страхи, ну, начинаешь всколыхивать. То есть ты себя будешь давить до последнего, и потом вот будешь идти через какие-то, как я сказала, через тернии. Uh-huh. Вот. А существует другой путь, то есть есть разные альтернативы, не обязательно себя загонять, нужно к себе относиться помягче, тоже может все получиться. Класс. Вот. То есть ты увидела путь, как ты можешь мягко прийти к тому, что ты хочешь. Да, поэтому как бы, вот сейчас очень здорово так, что так все сложилось, что это как бы, вот карты, они мне еще раз показали, что так, отлови этот момент и ага. Давай как бы это по-другому. Класс. Класс. Ну, здорово, я очень рада. Тоже очень рада.